Так, велосипеды, отлично. Да, привет всем. Короче, была запись, которая не записалась. Ладно, проехали. Да, вторая была интересная. Да, сейчас, скорее всего, я тоже затащу. Это да. Ну слушай, что ты зачистишь? Ты как так быстро, а? На задние колесико валим, валим. Ой, ржать над тобой, Денчик. Джойстик сейчас сломаем. У меня тоже. О боже, я чуть не... Я вышел. Я вышел. Я вышел. Я вышел. О, нет, я сдох. А ты нет? Ты не сдох. Как это? Снимал чувак 250 тысяч подписчиков. К нему заходит мама, спрашивает. Это там, что-то да, что-то сделал. Он говорит, мама, мы снимаем. Да что тут легко? Ну вот и спокойно протиснулся, как промастер. Да, ты... Божище. Кто знает, вдруг сейчас Вася тоже понравится. Мы не имеем понятия, какие мозги у Васи. Уиха! Уйди от меня. О ноу, я чуть не сдох. Блин, ну все, он меня обогнал. Ну да, блин, все из-за одной ошибки. Ну ладно, окей, хорошо, хотя бы что у меня в плейлисте первое место. Да, ты у нас будешь Олегом Дырочкиным. Да-да-да-да. Как раз он у нас будет ДД. Денчик, ты у нас ДД. Денчик Дырочкин. Так, давайте смотреть, это у нас было 2 минуты, 2,5 минуты. Стойте, смотрите, 2,5 минуты у нас была эта гонка. Значит, давайте, короче, когда будет где-то минут 12, нам надо сказать уже прощание, потому что я не хочу снова заходить в ту менюшку, потому что вдруг опять запись сбросится. И попрощаться. Да, блин, это надо приноровиться к этой хрени. Уровень роска вкл, воздушный карман выкл. Чё это за гонка, я не помню. А я не помню эту гонку. Блин, да. Да, кстати.
Да, он продал. Ой, я помню. Нет, Денчик, пожалуйста, нет, нет, не, нет, я тебя умоляю. Пожалуйста. Я и так эту хрень... Воскресенье, суббота. Не имею понятия, что будет. Уф-уф-уф-уф-уф-уф. Я тоже как бог и первый, 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 да-да-да-да-да-да-да. Смотрите. Смотрите, турбоскорость. О, боже мой. Он не перепрыгнет. Это мне интересно, это максимум его машины. Блин, Джестер круче. Вася, что ты знаешь о дрифте? Ты знаешь, какая массакра у меня была? Вот это настоящие монстры. О, да. Так, короче, смотрите, ну будем считать, это у нас 25 плюс 15, у нас 40, 40 секунд еще. О, боже мой, не имею понятия, ладно. Я боюсь. Да ты чё, три круга это... Не. Два. Да, два. Пусть сообщение интик. Да. Денчик. А где твой особый Фаджио? Я пока что не вижу. О боже. О май гад. Только Вася у нас-то прокачанные. Во-во, блин. Вообще не прет. Слушай, чуваки, вообще не прет. Ой, я соскочил вообще. Я соскочил второй раз. Я дебил. Блин, я проиграю в этой гонке, кажись. Опа! Я это видел, я через вас перелетел, как бы. Я на тракториста заехал. Опа, агентик. Ну чё, видал, а? Мощность прокачанного Фаджио на максимум. Турботюник, двигатель, тормоза. Да вообще броня, все есть. 75 тысяч долларов всего лишь стоит. Да, вот уже второй круг. Уже ждем. Даже твоя мама, Денечка, понимает, что тебя супер долго ждать. Да, кстати. Меня надо жалеть.
Я понял, что я... Блин, я сейчас бы Денечка на вторую руку обогнал. Ну ладно. Боже мой. Бедный Денчик. Так, ну чё? И чё, как вы думаете, сколько минут видео прошло? Да, короче, мы заранее прощаемся. На всякий случай. Да. Да, надо всё-таки секундомер. В следующий раз секундомер буду ставить. Почему до пятницы? До четверга, ты чё? О, я первый. Уровни розыска в кл... выкл... Ой. Выбираю. Вася. Вась. Вася. У меня маленькая проблемка, тебя не будет слышно. Потому что когда мы, ну когда Денчик заходил, я ему все объяснил, куда надо зайти и что включить. А ты этого не делал. И тебя, не, и тебя сейчас не слышно. То есть слышно только нас с Денчиком. Блин. Обым. Что это было? Как это? Как на трамплине это можно взорваться? Воу! Короче, Вась, сейчас вот эту гонку закончим, ты зайдешь на сроки тусовки и кое-что там включишь. Я тут кое-что, знаешь, я тут чуть-чуть покувыркался. А я кувыркался, короче, не имею понятия, каким образом. Фу! Да-да-да, меня, я тоже не трогаю. Нечестно! Ты слишком быстро ехал. Блин, жаль, твоего голоса все-таки сейчас не слышно. Уиха! Ух, Вася, у тебя фары есть, а у меня нет фар. Не го... О, у меня одна фара горит передняя. Что за... Огень! Да... Блин, ну мы подвязались с Денчиком. Как... А ты удивляешься? Ты мне был страшен.